И в продолжение спортивной темы. Академическая гребля – это относительно новый для Славянского района вид спорта. Совсем недавно оно отметило 5 лет своей работы. Но те результаты, которыми могут похвастаться славянские гребцы, достойны восхищения. Наши ребята стали основой краевой сборной и впервые за многие годы принесли Кубани серебро на российских соревнованиях. Трое учащихся отделения стали участниками и даже победителями мировых соревнований. На торжественном мероприятии, посвященном празднованию первого юбилея, побывали мы. В уже далеком 2012 году в Славянский район приехали два тренера, которые и стали основателями отделения академической гребли Славянского района. Их имена – Валентина Стуклова и Владимир Конюшков. В их желание создать в нашем муниципальном образовании сильную школу гребли поверил тогда еще исполняющий обязанности главы района Роман Синеговский. Первых детей для занятий искали по школам, приглашали прямо с улицы. На тот момент стороннему человеку поверить в то, что эта затея даст результат, казалось невозможным. Но терпение и труд тренеров, вера в себя и своих подопечных позволили всего за несколько лет занятий заявить о Славянской школе академической гребли не только на весь край, но даже и на мировой арене. Меня никогда не покидает чувство гордости, когда вы выходите на старт на краевых соревнованиях, потому что вы бьетесь насмерть. Это такой драйв, это такая энергия, это такой, ну я не знаю, это... У вас ломаются весла, у вас летят брызги в разные стороны, но вы идете вперед. Спасибо вам большое за это. Мы гордимся вами. На сегодняшний день в отделении занимается порядка 80 человек. Трое наших девушек и трое парней стали основой сборной Краснодарского края. И уже принесли Кубани первые победы на чемпионате России. Трое ребят достойно показали себя на чемпионатах мирового уровня, неоднократно приходя к финишу в числе первых. Приятно, когда вот слышишь от министра спорта Чернова Людмилы Александровны, что сборная Краснодарского края там на 50-60% состоит из сборной Славянского района. База, на которой занимаются ребята, предоставлена спасательной станцией Славянска на Кубани. Спасатели и спортсмены, казалось бы, два совершенно разных направления, смогли не просто уживаться рядом, а стать верными друзьями и помощниками. Вы чемпионы мира. Вы чемпионы Европы, вы призеры России, вот, и я все-таки верю, и всегда Роману Ивановичу говорю, Роман Иванович, это наша гордость, это будущее наше, олимпийские чемпионы, и вы ими будете. За 5 лет школа вырастила уже нескольких мастеров спорта, 14 воспитанников получили звание кандидата в мастера спорта, 4 из них значки были вручены на торжественном мероприятии. А благодарности от имени главы района получили все, кто добился в этом виде спорта определенных результатов. Рады видеть наших тренеров, которые не сдались. Они приехали в пустое место. Они не знали, кому ехали, куда. Они стали нашей второй семьей, которой мы очень дорожим. Большое количество парней и девушек, которые только придя в академическую греблю, буквально за несколько лет добились серьезных результатов, стремление заниматься и любовь к этому виду спорта дают право надеяться, что и ближайшая 5-летка принесет Славянскому отделению академической гребли большие победы. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».